Обзор отеля Карелта Бич, 4 звезды, поселок Бельдиби, Кемер. Вот так он выглядит. Высокие горы. Сейчас туман, не видно гор. Заходим. Ресепшн с левой стороны. Здесь лобби. Интернет плохо ловит здесь, потому что на всех один модем. Здесь тоже можно посидеть. Такая люстра большая и вот такой красивый лифт. Вот смотрите еще лифт, как он поднимается. Нулевой этаж есть. Есть турецкая баня, хамам и 4 этажа. Здесь картины. Снимаю обзор бассейна и горок отеля Карелта Бич в Бельдиби, Кемер. Включили горки сзади меня. Время сейчас 4 часа вечера. И там моя дочка резвится. Там в бассейне. Сейчас пойду и я. Лежаки здесь возле бассейна бесплатно, полотенце можно брать на ресепшене. Берете карточку и вам дают полотенце. За утерю карточки или полотенце штраф 20 евро. Вот это очередь на ужин. 3 июня, еще не сезон. Смотрите, какая очередь покушать. Надо стоять, а то разберут самое вкусненькое. Делаю обзор отеля Карелта Бич, 4 звезды. Вот такой вот коридор, ковровое покрытие. Убираются тут номера. Заходим в номер. Вставляете вот сюда ключик. Зайдем в туалет. Бумага, унитаз, душевая кабина. Можно вот внизу ноги помыть. Ремонт так себе, на троечку, хотя отель 4 звезды. Неаккуратно, вот видите. Есть фен, есть пенка. Полотенце для ног, полотенце для тела. Здесь шкафчики. Здесь тоже шкафчики. Внизу вот там вот можете драгоценности, документы платно в сейфе хранить. Стандартный обычный номер. 3 кровати по 90 сантиметров. Даже ребенку полноценные кровати. То есть не раскладная. Номер оборудован кондиционером. Вот пульт. Стены тоже тут особо не выравнивали. Обои уже лет 10 не переклеивали. Да. Внизу говорили, что есть бар, да? Да. Вот. Холодильник. А, можно охлаждать напитки. Кстати, он включен, по-моему, да? Да, и не открывается. Вот такой вот старенький телевизор. Да. Номер с балконом. Ну, вид, конечно, прекрасный. Поселок Бельдиби, это Кемер. На балконе можно курить. Берете на ресепшене пепельницу. Две веревочки, столик, два стульчика. Вот вид на соседние отели. Вот напротив вы можете взять путевки на яхту, там на воздушный шар, на параплан и так далее. В 2-3 раза дешевле, а я вчера переплатила в отеле. Ну, бывает и так. Внизу столики, качельки для деток.
внизу бар находится. В общем, номер на 3 с плюсом, наверное. Ну, или на 4 с минусом. Поехали на шопинг. Такая дорожка нас встречает. И вот такой вход. Сим-сим, откройся. Откройся. Тут текстиль. Вау, смотрите, какие подушки. Я мечтала о такой подушке. Начальная цена 12. Полотенчики, одеяло, покрывало у нас есть. Тут текстиль. Это полотенце, одеяло, подушки. Все в таком стиле. По левую руку от ресепшена вы увидите вот такую вывеску. И вам надо идти вот туда вниз по лесенке. Давайте пройдем. Спуститесь по лесенке и увидите вот такую вывеску. И поворачиваете направо. Идете вдоль по коридору. Вот так вот проходите и попадаете вот сюда на ресепшн. Труд тряпочкой. Перчатка, да, специальная? Да. Как ощущения, Борис? Отлично. Отлично. В отеле Карелта Бич еще есть свой спортзал. Вот смотрим, кто любит заниматься спортом, для вас вот такие вот тренажеры.